Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня я, у меня, как все знают, выходной, но я сегодня решил записать, потому что мне на глаза попалась замечательная модель, она сейчас на ваших экранах. Меня, если честно, заинтриговала эта модель, я ее сам не рассматривал, не смотрел, я ее только установил и подогнал сюда, вот отсюда ее, сюда подъехал. Вот. Эта модель у нас идет из мастерской. X-Pen она называется 8 на 8. Приблуда достаточно, знаете, интересная. А где автор? В основном иностранцы пишут. Наши, собственно, не больно-то как-то на нее смотрели. Вот. И я, наверное, буду из числа... Давайте я поставлю. А че? Поставь оценку. Нельзя поставить. Где поставить? Оценить. Я оценил. Все. Теперь я буду... оценок 29 штук, наверное, будет. Вот. X-Pen. Описания никакого нет. Мод can work no. В общем, вот такое вот краткое описание на ваших экранах. X-Pen. Знаете, внешний вид вообще сделано прикольно. Я никогда в жизни не видел подобного рода автомобилей. Я думаю, что они, естественно, и существуют. В Вики я не лазил, нигде я не лазил. Но я думаю, что где-то в какой-нибудь деревне такие аппараты собирают. Потому что, по большому счету-то, машинка-то классная. Это, судя по всему, наверное, какой-то болотоход, потому что он выглядит-то именно так. У него рама изгибается. Классно. Да, у него, кстати, поворачивается руль. А, так у него и фонарь еще поворачивается на кабине. Точно. Нихера себе. Лампочка вместе с рулем поворачивается. Может быть баг, а может быть не баг. Счет катился. Заводим. Есть анимация кабины, она небольшая, и это радует. Есть анимация зеркал. Да, она чуть-чуть подтрясывается, стоит, трясется. Это действительно классно. Еще раз повторюсь. Мод из этого, из мастерской. Не, ну классно, зачетно сделан. Прям каждую клепочку прорисовали. Конечно, это не в 3D сделано, это обычная текстура. Но, знаете, некоторым до них еще далеко, так скажем. Есть вид из кабины, да. Вид из кабины, и он присутствует. Ну, так, грубо говоря, да, он сделан для того, чтобы просто был. Но он функционирует. Вот в чем дело-то. Так, сейчас мы пересядем. То есть вы поворачиваетесь, и камера у вас тоже поворачивается. В сторону поворота руля камера тоже крутится. Это классно. Это действительно классно. Стопэ. Хорош. Поехали назад. У него звук какой-то необыкновенный. Заводится как Урал. А, ну да, мы на нейтралке стоим. Думаю, что он, сука, не едет-то. А он на нейтралке, оказывается, стоит. Да, у него звук какой-то вообще необычный. Здесь идет смесь тракторов, машин, грузовиков. Он цепь болтается. Так. Свет работает. Фонарь. Нормально. Ух, нихера у него тут аддонов-то. Поехали. Крейч. Гаражные части, скорее всего. Снять. Стоимость ремонтных очков 2 очка гаража. Да. Вот я думаю, знаете, вот на...
На следующий стрим, наверное, я возьму эту машинку. Она клевая. Только надо найти ее, вытащить ее. Кстати, кто умеет вытащить эту машинку, пришлите, пожалуйста, мне ссылку или администраторам. Я буду вам очень признателен и обязательно про вас скажу. Мне надо это, как бы, мод отдельно. То есть, чтобы я его мог к карте-то приляпать-то. Вот. Позволяет возить груз, короткие бревна, 2 очка. Да ладно! В этой платформе? Он смотрится, знаете, так незатейливо. Короткие бревна. Точно! Доски, ёптать. Точно! Ха-ха, доски! Не, это классная штука. Вот, вот именно вот, вот эта вот хрень, ну, как, так это, шутки ради я говорю, да? Вот такую вот хрень не надо делать. То есть, это действительно машина та, которая существует, я думаю, в реальной жизни. И она как нельзя лучше подходит для грязи и всего остального. Снимаем. Так, поехали далее. Да ладно. Да, позволяет возить груз. 2 очка. Небольшая такая платформочка, анимация даже есть этих стоек. Точно. Свой груз. Такая перпетка, у нее даже крылья шевелятся. Так, а это что? Это канистры, походу, а где они? Сзади? Нет? А, нет, смотри, можно канистры поставить. А вот это плохо. Упс, они что-то наверх выехали. То есть это без разницы, что ли? Можно сверху прям поставить? А это что такое? Маркер. А, мигалка, ёп. Да, мигалка. Ну, давай проверим чуть-чуть. И это ничего не полетит? Класс. Это действительно классно. Можно гору топлива везти. Сейчас заедем, кстати, заправимся. Можно везти гору топлива и везти дрова при этом еще. Обалденно. Просто обалденно. Заправляем. 700 литров, ёпта. Масс можно заправить. Классная приблуда вообще. Так, снимаем топливо. Вау. Вот это да. Ну, снимать и устанавливать опасно, конечно. Может полететь. И снимаем. Это тоже снимем. Так, далее. Маркер тоже снимаем. А это почему не ставится? Экспенд гараж. Креч. Ставим. А что это? А, ну это мигалка, это понятно. А, ну вот, да. Бочки и... емкость цистерны 40 литров, 100 ремонтных очков, 1 очко гаража. Нормально вообще. Интересно, а чего колесо? Так. Бортовая платформа или гаражные части, понятно. То есть, я так понимаю, для него уже все закончилось практически. Для него, видите, подходит абсолютно все. То есть, сделали действительно хорошую вещь. Редкие случаи сейчас, если попадается реально хороший мод. В основном попадается шлак. Либо это доработки. Это что такое было? А, это... Он что, и фуру за собой таскает еще? Точно, сцепка есть. Ну-ка, снимаем. Сцепка. Да ладно! Ты смотри, какой многофункциональный-то. Нихера себе. Анимация есть всего. Да. Заправить можно. И поехал, повез.
Обалденно. Просто обалденно. Когда это? В каком-то веке я захваливал какие-то моды. Хвалил так сильно. Ну, здесь остальное идет дефолт. И я, ребятки, дефолт рассматривать не буду. Мы сцепку снимем и возьмем бортовую платформу, наверное. Можно взять... Ремонтные части даже подходят. Ты видел? Нет, мы возьмем все-таки бортовую платформу. Платформа лесовоза есть. Нихера себе. Бортовой прицеп. Нет. Тележка, фургон. Удлиненный распуск. Пожалуйста. Да, сука, это адовая камера. Три. Упс. Да, без проблем вообще. Там, кстати, кто-то в комментариях, я сейчас краем глаза-то увидел, в комментариях писал то, что якобы эта приблуда не работает. Вот она работает. Почему она не работает? Блин, как теперь расправить-то ее, а? Ты не знаешь? Я тоже не знаю. Удлиненный распуск. А, надо вот так вот сделать. Гараж обратно. Она же разложенная получается. Да. Поехали. О, гонщик еще походу. А нет. А нет, етит твою мать. Ни хера он не гонщик, короче. Но едет он быстро. Если на автомате поехать. Ну, камера, конечно... Паша, делай, мать твою, камеру нам. Давайте попробуем, посмотрим, что выйдет. Это что такое было? Что это за черточка? Типа, поровнее все поставь. Но выравнивать-то очень сложно на такой тачке. Во. А? Ровно? Хе-хе, ёптать, без проблем. Кстати, а колеса у него там были или нет? Ты не помнишь? Я тоже не помню. Самое интересное, как я разворачиваться с ним теперь буду. Он немножко, знаете, он немного неуклюже становится с этими здоровенными дровами. Неуклюжесть, и она вот проявляется именно вот на разворотах. А так-то по проходимости, походу, эта бендега-то ездит хорошо. Зачетная вообще. Шаланда такая. Так, посмотрим на колеса. Колеса есть? Да, колеса есть. А, ну да, вот запаска, которая. Поехали на эти колеса. Проверяем на проходимость. Сразу ее рюхаем в бассейн. Так, дифференциал врубим. Анимация есть. Ее отсюда видно, всю анимацию. Не, ну это приблуд, наверное, и в жизни хорошо ездит. Учитывая то, что какие у нее колеса. Но я думаю, мы встанем, потому что груз-то огромен. Да нет, едет потихоньку. Давай, Шаланда. Обалденный мод получился. Зачет вообще автору. Респект. Не знаю, кто автор, но ему респект. Иностранец, наверное, какой-нибудь. Потому что там иностранцы в основном пишут. Оу-оу-оу, излом пошел.
Сломаю сейчас его. А вот это хуже некуда. А как мы теперь поедем? Так, стоп, 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 стоп. Непредвиденная авария. Выпрямиться нет. Вот теперь он окончательно заглох. Сука. Его выламывает, походу, что-то. Так, возвращаемся в гараж. Еще раз пробуем. Только уже с другой приблудой. А, так. А, удлиненный распуск убираем. Убираем вот это. И бортовая платформа. Все. 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 Стандартную резину поставим. Поехали. Загружаемся быстренько. И поехали опять. Еще раз попробуем. А, на излом почему-то идет она. Непонятно зачем. Непонятно почему. Окей, поехали отсюда. Не, ну тачка вообще огонь. Поехали за рулем. Вылазим. Ну ее нахер. А, включаем дифференциал. Почему же ее так здесь вывернуло-то, а? Вот и по, именно по этим следам мы поедем. Это большая нагрузка была чересчур, а излом-то здесь вообще чудовищный получается. Из-за этого раму-то так и вывернуло. Точнее, прицепной вывернуло. Вообще зачетная приблуда. Скачайте, ребят, у кого есть лицензия, посмотрите. Если автор посмотрит видео, блин, или кто-то умеет, вытащите этот мод из... воркшопа пришлите мне его, пожалуйста. Мы обязательно с ним покатаемся на следующем стриме по спинтайросу прохождение какой-нибудь карты. А с вами был Крабаш74 со своим таким некратеньким обзором на X-Pen 8x8. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Моделька зачетная. Знаете, из 10, наверное, 9,5 точно дам. Потому что реально получилось зачетное. В тему и классно. Просто классно сделано. С душой подошли. Не забывайте ставить лайки, ребят. Всем удачи и всем пока.